анонс и точно до выхода пятой серии турецкого сериала «Камень, ножницы, бумага». Пятая серия сериала выйдет в эфир 27 марта. Ранее в сериале мы увидели Умута, который спустя много лет обучения смог стать адвокатом. Парень на 5 лет оставил все, что было в его прежней жизни, и отправился получать образование, которое поможет ему вытащить отца из-за решетки, куда он попал незаслуженно. Умут встречается с подругой из прошлого. Девушка не понимает, как он мог так поступить с ней, как он мог так неожиданно бросить ее. Но Умута это не сильно волнует. Он знал, какой выбор делает и к чему это может привести. Умут встречается с отцом и рассказывает ему о своих победах. О том, что теперь он возьмется за его дело и сделает все для того, чтобы вытащить любимого человека на свободу. Отец не может сдержать эмоций радости за сына. Он обнимает его, радуясь тому, что его ребенок делает ради него. Умут понимает, что у него впереди еще очень долгий путь, который ему, вероятнее всего, придется проходить полностью окруженными врагами. Ведь кажется, что весь мир против того, чтобы настоящий виновник этого преступления все же оказался за решеткой. Умут создает свою доску расследований, на которой отмечает тех людей, которые, по его мнению, могут быть хоть как-то замешаны в этом деле. Он не намерен давать хоть кому-то из них ускользнуть. Теперь для него начинается трудный путь. Нужно найти настоящего виновника и сделать все, чтобы он получил по заслугам, а его отец, будучи невиновным, мог вернуться домой. Пятая серия сериала выйдет в эфир 27 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.